Народная артистка СССР Инна Чурикова идет на поправку. Об этом ТАСС в субботу, 20 июля, сообщил супруг актрисы режиссер Глеб Панфилов. «Я не берусь комментировать. Но она идет на поправку постепенно», — заявил он. Накануне 75-летнюю актрису после реанимации перевели в обычную палату на отделение лечения острых эндотоксикозов. Врачи заявили, что знаменитость находится в состоянии средней степени тяжести. Как сообщал ранее 5defis.tv.ru, Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» два дня назад. По некоторым данным, у актрисы закружилась голова, по другим, ее ослепил софит. В результате падения она получила серьезные травмы. Медики госпитализировали ее с подозрением на ушибы и перелом ребер. Поспешила поклонников успокоить нумеролог Арзу Кабарухина. Проанализировав дату рождения Чуриковой, она заявила, что актриса может по щелчку пальцев излечить себя сама.